И в завершение немного мистики. Таинственное чудовище замечено у берегов Аляски. Местные специалисты Центра управления земельными ресурсами сняли на видео необычное существо, покрытое льдом. Эти кадры уже бурно обсуждают в интернете. Чудовище двигалось по реке Чена вдоль побережья и на первый взгляд напоминало гигантскую рыбу. Однако пока специалисты центра не объяснили, что это за плавающий монстр. В свою очередь, пользователи в соцсетях высказали предположение, что на видео запечатлено лохнесское чудовище.